Где гитару настроим? А я все чаще замечаю. Я готов, Сочка! Давай, Сочка! Суди люди, суди Бог, как же то я любила по морозу босиком к милому ходила, пошла. Спасибо, сдерживаю, чтобы не потриндеть, не буду триндеть. Оп! Не триндю, не тринжу. Потринди! Потриндю. Себя потринди. Профессионализм все-таки куда не деть, да? Играем фигово, но зато как шутим со сцены, елки-палки, прям. Потринди, себе потринди. Сейчас я потриндю, потриндю. А вот это обязательно вот эти фары включать на нас? Сейчас будет просто песня очень такая... Кто переобулся на зимнюю резину? Все! Даже те, у кого нет машины? Все, такая шутка, ну прям к десятку надо записать. А, не смешная песня сейчас будет, очень серьезная, камлающая. Очень хотим ее красиво записать, никогда не получается красиво исполнить, к сожалению, для вас, нам пофиг. Вот, поэтому будем просто сейчас ее пытаться петь. Песня называется «Зима». Что ты говоришь постоянно? Ты без микрофона, тебя не слышно. Еще раз. Во, выключите свет вообще. Направьте на того человека, который там орёт постоянно. Ну, а можно вырубить свет? Спасибо.
мочек там. Понимаешь, да? Вот я объяснил человеку на уровне барабанном, да, как надо играть. Сейчас проверим, как он понимает меня. Итак, подожди! Я все-таки потриндю. Шутка. А можно урок музыки? Урок музыки? Он начинается. Итак, песня «Зима». Тональность ми, бемоль, минор. Поехали. Thank you.
Ну а следующая песня намного интереснее, потому что она на украинском языке. Неса Галя воду! Мне было тихо гитару, я добавил. Послушаем тишину. За нею, как порынок, вьется. Галюш моя, дай воды на... Чего на... Водина, пицца. Ты така, дай хоч поди. Ты така, дай хоч поди. Убей нас, повали нас на повал, давай своим красивым мам... Кстати, Дима обычно во время этого соло раздевается. Сверху. И вы знаете, что у него первого на спине была надпись «Free Pussy Riot». Покажешь? Ну просто он не знает, как ее писать. Итак, самое противное соло тысячелетия. Ah!